Ребят, всем привет! Вы на канале Теремок ТВ. Сегодня мы с Женей и с Алисой хотим снять видео, которое я еще снимала в детстве. Делали его мои родители нам. Такая вот у нас елочка. Такая вот. Вот Женя показывает нитку, которая протянута от одного конца к другому. Мы будем вешать конфеты. Да, на эту нитку мы будем вешать конфеты. И будем обрезать их с закрытыми глазами. Одну за другой. Поехали? Ребят, привет! 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 Мы на канале Теремок ТВ. Мы сегодня будем вырезать конфетки ниточками. А мы будем есть их, когда мы их разрежем. Да. По одному. Вот смотрите, ребята, вот я вам говорила, да, о чем шла речь. Вот они, конфетки висят на ниточке, вот они. Вот они висят. Вот так вот. Вот. И сейчас ребята по одному с закрытыми глазами будут разрезать конфетки. Ребята переодели шапочки, да? Да. Женя стал Дед Морозом, а Алиса кем? Вон, лягушкой. Ой, какой еще лягушкой? Вон там она. Кем ты стала? Лягушкой. Так ты шапочку-то одела кого? А я стала... Дождик. Дождик. Дождиком, да? Ну что, поехали? Да. Ребята, поехали. Завязываем выбрать друг первый, глазки. Кто будет разрезать конфетки по считалочке. Кто считает? Я. Считаем. Я хавунтик на телеске, раздавайся, мальчик. Кому два, кому три, дежона будешь ты, дежона будешь я, Женя, потому что ты вперед. Сегодня... Идем прямо. Ты как ниндзя. Хочу на ракете. Тепло. Тепло, тепло. Пробуй, я не знаю, сам пробуй. Нет, конфета не падает. Стой, ура! Ну-ка покажи, поймал? Поймал. Молодец. Покажи, какую конфетку поймал. Степ, шоколадная с орешками, да? Молодец, Женя. Алиса, следующая. Алисе мы завязали волосы. Горячо. Алиса, ко мне ближе иди. Давай, давай, давай. Все, обратно иди. Давай, давай, давай. Давай, пробуй, моя маленькая. Молодец, давай, еще пробуй. Отойди подальше чуть-чуть. Подальше чуть-чуть. Сюда ко мне. Давай, давай, давай. Давай. Режь. Не режется. А теперь отойди назад. Назад отойди вот сюда. Вот, 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 вот. И снова. Да, ой, молодец! Ура! Ну-ка посмотри, что у тебя попалось. Давай ножнички. Что это? Конфетка. Версаль коричневая, да? Да. Бордо. Я хотела такую. Какую ты хотела? Ну, давай, кому какая попадется. Кладем конфетки. Вот сюда. Вот сюда кладем. Ну, точно, да, несите конфетки. Мама, я не точно такая. Вот сюда. Я вот Алисина. Давайте, кладите сюда, как вот ребята положили конфетки. Это Женина, это Алисина. Молодцы, поехали дальше. Завязываем глаза. Женя. Холодно. Теплее, 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 теплее. Аккуратней. Теплее. Алиса, отойди. Отойди, Женя работает. Женя, там телевизор. Женя, так нечестно. Что ты, какую разрезал? Какую отрезал? С ножницами аккуратно возьми, правильно? Я разрезал. Что это? Тирамису, да? Тирамису. Тирамису, конфетка. Вот у меня такой. Так, Женя, клади. Клади. Итальянский суфле конфетка. Ты рад?
Ты рад? Ты рад? Рад, рад, рад. Что, поеду в Ленинград ножницами не машемся? Я хочу вот так. Ножницами не машемся. Как ты хотел? Ну, сколько у нас конфет убавляется? Я хотел все сразу вот так отрезать. Сколько конфет у нас осталось? Один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь конфеток осталось. Ну все, поехали дальше? Да. Все. Алиса, возьми ножницы правильно, как я тебе показывала. Вот. Все, пошла вперед. Тебе помогу. Только не упади. Говорим, пополам завязали ей. Давай, умничка. Да ты умничка с первого раза. Ножницы клади. Давай маме. Да. Ну-ка покажи, какую конфетку ты разрезала. Да ты моя хорошая. Ты такую хотела? Да. Да, умничка. Ты моя умничка. С первого раза получила. Ты не подсматривала или подсматривала? Нет. Не подсматривала через платочек? Не видно тебе было? Видно. Видно тебе было? Да. Ты подсматривала? Да. Не было так. Ты играла нечестно? Потому что было не так. Как? Ты мне неправильно завязала. Тебе было видно, да? Да. Ну ладно, зато честно сказала, да, Алиса? Да. Молодец. Ну что, конфеты у нас 2-2? Да. Поехали дальше. 1-2. Да. Горячо. Жень, ты так быстро, ты так резко. Давай. Горячо. Опа. Я такую же хотела. Такую же хотела. Желтенькая. Ну, ничего старенькая, зато мне такая будет. Тебе трифелька попадется, ты думаешь? Да. Посмотрим. Женя, что попало? Женя, ножницы, аккуратно. Возьми правильно ножницы, как нужно брать? Давай. Давай, давай, давай. Не подсматривай! Так нечестно! Прямо вперед! Вот. Пробуй. Стой! Ты что-то отрезала. Упала. Алиса, смотри, конфета-то какая! Трюфелька? Да, я так и хотела. Здорово, считаем конфеты. 1, 2, 3, 4, 5. 5 конфет осталось. Я хотела еще такую. Да? Да, и такую, и такую. А ты не подсматривала? Нет. Да, я думаю, что ты опять подсматривала. Ну, я вроде хорошо завязала тебе. Женя сам себе пытается завязать, не получается. Мам, оно так крутится, крутится. Вот так делается, а опять так. Опять? Давай. Давай, давай, Лисонька. Ко мне иди, ближе ко мне. Вот, вот они, давай. Пробуй. Давай. Молодец! Умничка ты моя. Гена, вот она конфетка. Алиса, отойди, а то у тебя по рукам прямо. Отойди. А Женя, подожди, Алиса. Вот, давай. Давай, давай, давай. Иди. Нет, туда. В сторону телевизора, ага. Так, левее. Налево повернись. Налево. Так ты. Вот так вот. Давай. Давай, давай, давай. Нет. Иди, иди. Иди сюда. Левее. Влево. Лево. Ага. Да, да. Давай да. Быстрее, быстрее, быстрее. Работай. Работай, 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 работай. Дальше, дальше пройди немножко. Левее. На. Давай, давай. Вот, 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 вот. Женя, она болтается. Ты ее не срезал. Женя, ты далеко. Она повернись. Ты далеко куда-то, далеко. Нет. Пробуй. Вот уже. Опа, ура, наконец-то. Конфетка. Конфетка. Клади конфетку в нашу копилочку. Вот, осталось. Вот эти две конфетки, наверное, самые сложные, да? Вот Алисина конфетка где-то висит. Алиса сейчас попытается ее тоже срезать, да? Угу. Давай, пробуй. Давай, Алиса, давай, давай. Правее. Нет, ты далеко ушла на нас. Правее. Вернись к нам, вернись сюда, сюда, Алиса. Правее. Сюда, вот, сюда, сюда, сюда. К нам иди, повернись, Алиса. К нам. К маме повернись. Вот. Иди. Женя, ты ей помогай, куда вертеться. Стой, поворачивайся. Вот. Давай, давай. Давай, давай.
Алиса, подожди, Алиса, подожди. Опа, Алиса срезала ее все-таки. От Алисы конфеты пыталась сбежать, даже не говоришь? Да. Да? Алиса ее догнала? Да. Ты ее поймала? Ну все, клади к себе. Клади к себе в копилочку. Ну-ка считаем, сколько у Алисы конфет? 1, 2, 3, 4, 5. 5. А у Жени? 5. И у Жени тоже 5. У меня попались даже 2 одинаковые конфеты. А у меня нет такой же. У всех. Женя, наверное, поделится, а Алиса с Женей, да? Женя, у тебя тоже 2 одинаковые попались. Смотри, метелицы 2. Смотри, 2 одинаковые, да? Где метелицы? Вот 2 метелицы. Вот Алиса, они. А давай я вот тебе дам вот эту, конфеты. А ты мне какую-нибудь еще другую. А ты вот такую, Женя, одну дай. Делитесь, и у вас будет поровну. Все разные, все? Да. А у меня какая? Синяя. Зефирка? Да. Зефирка. Ребята, посмотрите, у нас больше нет на ниточке конфет. Где наша ниточка? Вот она? Да. Вот она, болтается в свободном полете. Пум! Нет на ней больше конфет, да? Вот в такую игру играла еще я в детстве. Мои родители нам устраивали вот такую игру всегда под Новый год. Потому что конфет было очень и очень много. Вот, и чтобы мы не облопались... Мы в день по 3 конфетки вот с такой елочкой срезали. Ну все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Потом мы подписывайтесь на канал, а потом мы еще такое видео будем снимать. Челлендж какой-нибудь для вас сделаем, да? Да, а потом еще такую поиграем игру. Ребята, напишите в комментариях, в какие игры вы играете. А, играете в такие игры или нет? Напишите нам, да? Да. Играете в такую игру или не играете? И вообще, во что вы играете в канун Нового года? Или конфетки важные едите, или шоколадки какие-нибудь. Да, напишите нам об этом. Всем пока-пока. Пока-пока. Вот мы разрезали нитку. Женя говорит, давайте снимем, как я летаю на тарзанке. Давай, Женя. Потом я. И Алиса тоже полетит на тарзаночке, да? Давай, Алиса. Вперед? Полетела? Да. Давай. Фу, на тарзанке улетели, да? Я хочу еще. А я попытаюсь перелезть через эту. Давай, так. Перелезай. Так, попробуй заверха. Я попробую покачаться на ней этой штучке. Женя, она тебя не выдержит. Можно? Да. Мам, мы перепутаем. Где наша? Женя, у меня такой же нет.